Танцоры диско отличаются яркими облегающими костюмами и, пожалуй, безграничной энергией и пластикой. Да и судьи, как оказалось, на этом марафоне тоже не сидят на месте. Чтобы лучше разглядеть потенциальных победителей, главный член жюри пробрался поближе к сцене. Кому, как не чемпиону Европы по Electric Boogie, ставить объективные оценки конкурсантам? Есть достаточно четкие критерии оценки. Это техника, композиция, имидж, которые оговорены в правилах. И, собственно, на них все судьи по правилам и обращают внимание. По составу участников танцев живота можно определить, белли-дэнс в Саранске по-прежнему в моде. Поэтому конкуренции на соревнованиях серьезные. В ритме восточных мелодий выступали то целые коллективы, то солистки, то дуэты. Эти достаточно сложно назвать, потому что прежде всего нужно думать о партнере, о том, что вот нас двое, и мы должны быть единым целым. Самое интересное, что многие танцоры специализируются на нескольких танцевальных направлениях. Так, после белли-дэнс танцовщицы переоделись под хип-хоп и диско. В целом, в этот день на сцену поочередно выходили представители всех танцевальных направлений, что есть в республике. Марафон длился с утра до вечера, и это только первый этап. Все участники, которые танцуют, должны просто дать заявку. Притом, можно с любого этапа вступить в конкурс. Самый массовый по традиции второй зимний этап соревнований. Количество участников доходит до 1000 человек. Республика в этот момент на самом деле становится танцующей. Итоги же подводят традиционно летом. Юлия Лямкина, Владимир Найткин, Вести, Мордовия.